Эфир «Кубань-24» продолжает программа «Факты мнения». С вами Алла Гаража. Здравствуйте. 34 района посетил в ходе своей рабочей поездки по Краснодарскому краю предсекретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. Этот визит был запланирован в рамках совместного проекта Департамента информационной политики и Союза журналистов Кубани. Цель – провести системную работу по развитию местной прессы. В каком направлении сегодня необходимо двигаться, каковы пути ее развития, об этом поговорим прямо сейчас. Владимир Касютин, мой гость сегодня. Владимир Леонидович, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Полтора месяца длилась эта ваша рабочая поездка, верно? 34 района я уже озвучила. Расскажите, что можно сделать, какие выводы по итогу этой поездки, какая картина у вас, ну, так скажем, в голове обрисована сегодня? Ну, такое глубокое погружение. Подобного, конечно, в моем практике не было, хотя я побывал практически по всех регионах страны и неоднократно я работал в Краснодарском крае тоже много лет когда-то. Вот, но вот так, чтобы каждый день погружаться в деятельность редакции, какой-то конкретной редакции, этого, конечно, не было. Каждый день на протяжении вот, более чем месяца. И главная задача – попытаться вдохнуть некую новую жизнь, энергию в деятельность местных газет. Потому что, вопреки как бы некому такому субъективному мнению, что традиционные СМИ уходят с поля, очень сложно ответить на вопрос, что может заменить местную газету сегодня. Мы говорим не о бумаге, а о неком наборе функций, потому что это новости. Это новости не только районного центра, это новости всей территории. Это обратная связь, это некая такая вот работа по обсуждению проблем территории. Ведь в интернете очень сложно людей удержать надолго и очень сложно удержать обсуждением каких-то серьезных повестки дня. Вот. Но ну, выводы такие. Все очень разные. Есть очень сильные редакции, которые могут, в общем, считаться одним из лучших в России. Есть послабее. Не всегда это зависит от экономики территории. Это в большей степени зависит от того, кто возглавляет коллектив и насколько э, сохранились традиции. Вот эти традиции кубанской журналистики, российской журналистики, где-то советской. Вот. Но вывод такой. В общем, кубанская пресса вполне дееспособна. Вопреки, значит, прогнозам, вопреки вот этим обстоятельствам, связанным с пандемией, газеты не, ни одна газета не закрылась, ни одна газета, в общем, не, как бы не подошла к этой черте. С экономикой у, них, у некоторых даже очень неплохо. Две главных проблемы сегодня и у кубанской прессы, и, в принципе, у российской. Первая проблема все-таки маловато новостей. Мало, мало, мы собираем новостей, потому что нужно активнее работать с сельскими территориями, с, не только вот, да, с центрами. И вторая, очень слабая обратная связь. То есть, аудитория ушла в интернет, исчезла бумажная почта, какие-то новые виды коммуникации, как мессенджеры или социальные сети, все-таки осваиваются пока недостаточно активно. Хотя здесь есть тоже, в общем, такие неплохие примеры. Это и город э, Анапа, и город, э, наверное, Новороссийск. И и Геленджик, и Красноармейский район, и Василковский район. То есть есть ряд редакций, которые, в общем, так активно пошли в социальные сети. Сегодня, если газета существует в таком классическом своем понимании и не имеет ничего больше, кроме этого, ну, я имею в виду сайт, какие-то развития социальных сетей, вот ее будущее сегодня, вот, скорее всего, такое здание все-таки обречено, нужно как-то двигаться еще и по различным направлениям, что касается интернета, все-таки он сегодня ну, к движущая счастью, сила? Да, к счастью, на Кубани таких нет. То есть есть у всех изданий есть вполне нормальные сайты, все работают в социальных сетях, кто-то лучше, кто-то хуже. Все-таки главное здесь даже, наверное, не сколько работы в интернете, сколько умение удерживать аудиторию. А как сегодня можно удержать аудиторию? Вы сказали уже обратная связь, да? Что еще? Какие рычаги, какие методы работают? Ну надо плясать с утра до вечера перед аудиторией, да? Это и конкурсы, и проекты, и попытки втаскивать людей в какие-то соревнования и в социальных сетях и, и, и выходить в офлайн. Ну, например, одна из редакций Челябинской области публиковала истории, посвященные землякам репрессированных тридцатые годы. И в конце концов возникла идея, давайте поставим памятник, памятник репрессированный. Да? И редакция стала инициатором сбора средств, значит, создания и установки памятника. То есть люди прямо вышли в офлайн и сделали. Подобные истории, они, конечно, даже лучше, чем интернет, помогают привязать и читателей, и аудиторию интернет к определенной редакции. Когда мы выходим и делаем определенные какие-то шаги. Что еще может быть да? в одной из редакцией, одна из редакций стала инициатором создания значит, пешеходной дорожки на месте гибели школьников. Собрали деньги, вовлекли людей. То есть вот, вот такие методы, они -таки позволяют удерживать аудиторию, да и вообще как бы позитивно влиять на бренд. В ходе своей поездки, вот за это время, больше, чем полтора месяца, вы встречались, разговаривали с руководителями районных и городских газет. Вот расскажите, какие у них к вам были вопросы, что у них сегодня на повестке дня, какие у них, ну так скажем, чаяния, что их волнует сегодня? Ну, конечно, прежде всего волнуют финансы, потому что все СМИ сегодня, в общем, как бы, еще и особенно в этом году оказались более бедными, чем там год-два назад волнует, будет ли продолжено субсидирование по линии Федерального агентства печати массовых коммуникаций. Я уже несколько лет работаю в экспертном совете этого агентства. Кого-то волновали вопросы лицензированных программ. Да, это тоже такая вещь. Кого-то волновали... Достаточно многих волновало то, чем должен отличаться сайт от бумажной газеты и что должно быть в социальных сетях. Мало кто, в общем, наверное, пока еще осознал, что это все разные продукты и раз, готовить их надо по-разному, да? а, Вот, а, наверное, людей а, интересует, а что же происходит в других регионах? И, конечно, страна очень разная и развитие региональных СМИ тоже очень разное в разных вот поэтому вопросы были в общем, как бы и конкретные, и какие-то более общего характера. Я не случайно вот в программе дневного семинара уделял примерно час или два ответам на вопросы всех участников, и редактора, и журналистов, и технический персонал. Это очень важно, потому что мы разбирали не только контент, мы смотрели дизайн, мы смотрели работу в соцсетях, мы пытались понять, что работает и не работает на сайте. И такой Хороший делали мы такую, такую ревизию того, что делает сегодня редакция. А что не работает сегодня на сайте? Что не работает вообще, что касается городских и районных газет? При От чего то, что отказаться? Да, отказаться нужно того, на что не хватает сил. К примеру, мы заводим раздел видео, а выставляем видео туда редко. Да, и вообще на сайт, сайт нужно было развивать не с, не с той стороны, которую рекомендовали многие эксперты. Сайт должен сегодня приносить некую прагматику, некие финансы. Для этого понятно, что должен быть очень мощный раздел, посвященный рекламе в газете, на сайте, в социальных сетях. То есть должно быть подробно прописаны все расценки, все скидки и прочее. Или раздел, посвященный продаже печатной версии. Это розница, это подписка, это разные виды подписки. Это продажа электронной версии. Да, вот, вот то, что нужно развивать. Кстати, очень многие вещи на Кубани я вот услышал впервые. Все жалуются на почту. Почта работает все хуже, особенно на больших территориях. И вот некоторые кубанские редакторы стали, нашли выход. Они стали продвигать электронную версию на тех территориях, где совсем плохо с почтой. Интернет-то практически везде есть, на Кубани. Поэтому проще в отдаленное село присылается электронный вариант газеты. Это выход, это выход, это очень интересно. Владимир Леонидович, вы уже, насколько я поняла, больше 14 лет, да, если не ошибаюсь, вот занимаетесь именно изучением местной прессы, изучаете районные, городские газеты. Почему именно вот это направление вами было выбрано? Ну, это не я выбрала, направление меня выбрало. Я же начинал свою деятельность в Краснодарском крае. Я начинал как корреспондент, я работал в нескольких изданиях. Я работал в пресс-службе администрации Краснодарского края, вот. А потом как-то так случилось, что я, э, я был избран секретарем Союза журналистов России. Вот. И оказалось, что хочешь не хочешь, все равно как бы районные, городские, областные газеты – это так вот, та среда, в которой я лучше всего ориентируюсь. Можно было переключиться на что-то на какие-то современные, наверное, более технологии. Но, вот. Но это очень интересная вещь, потому что на самом деле главное не бумага, да, главное не некое другое. Главное вот то, что Местная газета может действительно на что-то влиять. Большие газеты сложнее, да, вот местная газета влияет на то, что происходит на муниципальной территории. Вы сегодня главный специалист в стране по местной прессе. Вот все-таки ваши прогнозы очень часто можно услышать, что все-таки погибают газеты, погибают и районы и СМИ, в том числе. Ну, во-первых, больше закрываются частные газеты, которые были созданы в последние 20-летия, -30 30-летия. Вот Те газеты, которые были созданы при советской власти еще, если за эти 30 лет закрылось, там не более 5. Это уже как бы может быть даже и чуть больше. Есть несколько проблем у местной прессы, и если искусственная ситуация не будет как бы, вот, приводиться к финалу, то, в общем, ничего трагичного нет. Первая проблема это, конечно, почта. Почта работает все хуже, и с этим ничего поделать невозможно. Вторая проблема это, конечно, онлайн, потому что Люди привыкают, что в онлайне можно что-то получать вроде бы бесплатно, не осознавая того, что про небольшую территорию там, найти какую-то системную информацию сложно. И третья проблема такая, субъективная, но она все больше и больше, она все острее и острее, это некое омоложение руководящего состава самых разных э, людей в самых разных уровнях власти. Почему это проблема? Потому что многие молодые люди, которые приходят к управлению, они очарованы социальными сетями. Угу. Им кажется, что ни телевидение, ни пресса сегодня как бы не, не так влиятельны, как социальные сети. И вот иногда возникают решения. С... Ну, ошибочно так. Конечно. Но вы же понимаете, что когда наша с вами программа выходит на телевидение, люди ее могут досмотреть до конца. В интернете вряд ли да? вряд ли такое количество зрителей посмотрит. В интернет люди приходят развлекаться uh -huh. и при получать эмоции. Все-таки о чем-то подумать и о чем-то задуматься заставляют традиционные СМИ. Вот. Я надеюсь, что все-таки местные редакции будут жить. Вот я буду слово говорить редакции, потому что сегодня редакция это все-таки несколько видов СМИ на разных платформах. Давайте вернемся к нашим районным и городским газетам. Ну, так скажем, некоторые тезисы давайте озвучим. Что бы вам хотелось сегодня им сказать, в каком направлении им двигаться вот, по итогу всей этой поездки? Итак, первое. Обязательно нам нужно собирать новости всей территории. Второе. Всеми силами нужно активизировать обратную связь. Третье. Сайты газета – это серьезный контент. Социальные сети – это развлекательный контент, и не нужно путать одно с другим. Четвертое. Нормальная редакция не может существовать без внутренних инструкций, без сетевого графика, без положение там о новостях, без положения о структуре текстов, без положения об иллюстрировании. Мы много об этом говорили. То есть внутренние документы, которые позволяют создавать качественный контент вне зависимости, сколько у нас человек, да, и болеют люди или не болеют в это время. Ну и, наконец, последнее, не опускать руки и не вестись на разговоры про то, что газеты умрут. Хороший специалист всегда будет востребован. А что такое хороший специалист? Это человек, который умеет работать с информацией, умеет работать с людьми. Владимир Леонидович, я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Спасибо, было очень приятно с вами действительно об этом и обо всем поговорить. Но ну, и напомню развитие районных СМИ. Мы беседовали сегодня с секретарем Союза журналистов России Владимиром Косютиным. Таким было сегодня мнение. Увидимся на Кубань-24. Всего вам доброго. До свидания.